сейчас я вам расскажу, что брать с собой в лес в первой необходимости. Самое главное, когда мы идем в лес, мы сообщаем свой маршрут сотрудникам МЧС. Мы с собой берем, самое главное, это водичку, таблетки, лекарства с собой, если станет плохо, сменную одежду, мусорный мешок, средства связи, компас берем с собой. Самое главное, берем с собой карту с маршрутом, не отклоняясь от маршрута. Берем с собой свисток, и это если бы мы потеряемся, дать сигнал, телефон и зарядное устройство. И берем с собой маленький перекус. Мы не ходим в поход без взрослых, без родителей, без сопровождения. Всегда мы с собой берем карту для того, чтобы не отклоняться от маршрута. Компас, чтобы посмотреть север, запад, восток. И средства связи. Если мы потерялись, то мы звоним, номер у нас 101-112, и сообщаем там, где мы находимся, свои данные, координаты. И остаемся всегда на месте. 112, здравствуйте, я пропал, нахожусь там-то, пошел в поход. Никуда не уходим и не поддаемся панике. Сейчас в Москве, Московской области запрещены возведение костров. Но если мы ушли в поход, то мы делаем костер безопасным, это мы делаем окоп, либо мы в песочном месте делаем такой костер. Но запрещено возводить костры возле деревьев. Если мы увидели костер, то мы звоним 112, 101. Если у нас есть подручные средства, то мы заливаем это водой. Если у нас есть, мы взяли поход огнетушитель. Не подходим близко к костру. Никто вас не заставляет брать большой огнетушитель. Вы можете также взять походный огнетушитель, который весит 1 килограмм. Он маленький. И третий вид – это мы тушим песком, засыпаем костер. Самое главное, мы не забываем о средствах от насекомых, клещей и комаров. Мы обрабатываемся снизу вверх. И мы не забываем про животных, белок, лис, змей. Держимся подальше от животных. Пожарно-спасательный колледж «Инфолайн» готовит специалистов в различных областях. Область пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях, юридическое направление и коммерция. На данной площадке у нас обучаются специалисты в области пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях. При выпуске специалисты получают техник и техник-спасатель. Срок обучения после 9 класса – 3 года 10 месяцев, а после 11 класса – 3 года обучения. В дальнейшем после колледжа можно трудоустроиться в пожарно-спасательные подразделения, частно-пожарные части, в отделы надзорно-профилактической работы, заниматься пожарным аудитом. В нашем колледже есть бюджетные места, колледж предоставляет общежитие, есть отсрочка от армии.